Всем привет! Сегодня готовим необычный компот из яблок, который называется яблочный взбитень. Это такой компот с добавлением пряностей, мяты и меда. Берем любые яблочки, подойдут и кислые, и сладкие, и нарезаем их на произвольные кусочки. Точно так же, как обычно, режем на компот. Кстати, серединку от яблок я никогда не выбрасываю, а тоже отправляю ее в кастрюлю. Или убираю в морозилку и потом варю из них компот. Теперь берем большую кастрюлю и перекладываем в нее наши яблочки. У меня была кастрюля на 5 литров. В яблочный взбитень можно положить абсолютно любые специи, корицу, имбирь, гвоздику, кардамон, сушеную мяту. Кладите то, что вам больше нравится. Я положила свою любимую сушеную мяту, которую привезла с дачи. Немножко гвоздики, примерно 5-6 штук, и несколько звездочек бадьяна. Сухой имбирь, но лучше взять, конечно, свежий, если он у вас есть. У меня не оказалось, поэтому я использовала сушеный. И мускатный орех. Пару чайных ложек корицы. Здесь можно использовать также и палочки корицы, и чабрец. Теперь заливаем наши яблоки с пряностями водой и ставим на плиту. Перемешиваем и варим на очень сильном огне до закипания. После того, как взбитень закипит, его нужно поварить уже на слабеньком огне примерно 10-15 минут. Выключаем огонь и добавляем мед. Чем больше будет меда, тем вкуснее взбитень. Перемешиваем, накрываем крышкой и даем настояться примерно 5-10 минут. Готовый взбитень разливаем по бокалам. Обычно осенью или зимой мы пьем горячий взбитень, а летом холодный. Холодный он тоже очень и очень вкусный. Приятного аппетита! Надеюсь, мой рецепт вам понравился. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.